Мы в целом провели очень хорошую игру. Хочу поздравить всех с победой. Особенно в первом тайме. И перестраивались грамотно, и компактно играли всей командой в обороне. Ну и плюс забили два отличных гола. Во втором тайме, конечно, чуть подсели, но соперник начал поддавливать. Хотя у нас было 2-3 эпизода, где мы могли закончить игру еще где-то на минуте 60-70. Мы устроили себе такую легкую нервотрепку. Но это футбол. Соперник был достаточно хороший, опытная команда. Мы к ней готовились. И я считаю, что достойно отыграли и заслужили победу.